Меня зовут Виктория Есина, мне 29 лет, я из Калининграда. С самого детства я была очень творческой личностью и много лет обучалась разным отраслям дизайна. Это и ландшафтный дизайн, интерьерный, графический, текстильный дизайн, и проработала в этих областях порядка 9 лет. Но все же мне всегда хотелось создавать что-то своими руками. Я тот человек, про которого говорят «мастер на все руки». И на протяжении многих лет, можно сказать, с детства, я пробовала свои силы в создании разного рода хендмейда, надеясь найти что-то, что не просто будет нравиться, но и реализует весь мой творческий потенциал и охватит как можно больше моих навыков. И вот 2 года назад мне на глаза попалось изображение ботанического барельефа, и я буквально загорелась этим. Это было не так просто, как мне сначала казалось, и прежде чем у меня стало получаться, огромное количество гипса было отправлено в мусорное ведро. Но я не сдавалась и продолжала оттачивать свое мастерство, и результат меня поразил, я горжусь этим. В своих работах я использую не только метод обратного литья, но и другие декоративно-прикладные знания. И это как раз то, что мне было нужно, то, чего я хотела. Я наконец-то нашла свое. Создание барельефов стало приносить мне радость и удовлетворение. И я захотела поделиться этим с другими людьми в надежде, что им это тоже будет приносить такую же радость, как и мне в тот момент, когда я их создавала. Вашему вниманию я хотела бы представить свою работу «Паутинка». Этот барельеф создавался совершенно спонтанно. Я находилась в поиске новых растений для своих панно, и мое внимание привлекли листья лопуха. Они показались мне совершенны сами по себе, и я задумала создать монобарельеф. Но увидев готовый рельеф, меня буквально заворожил рисунок линий, создающих своеобразную паутинку. Мне захотелось еще больше подчеркнуть это цветом и создать некий эффект разложившегося листа, когда, пролежав какое-то время на холодной сырой земле, от него остается только каркас – застывшее мгновение природы.